Давно у нас в меню не было блюд с рыбой, и сегодня мы с вами приготовим, как это называют в Корее, рыбные блины. Для этого нам нужно будет белое филе минтай, предпочтительно, или любой другой рыбы. Главное, чтобы это было белое филе, и рыба была не очень жирная. 200 грамм, где-то около 200 грамм я сегодня буду использовать на все остальные приведенные пропорции. И, как вы видите, я нарезаю филе вот немного под наклоном, чтобы получить куски нужного размера. И оно у меня немного подмороженное, чтобы было легче его резать. В принципе, мы нарезаем филе рыбы на куски в 4 сантиметра шириной, в 6 сантиметров длиной и в 3 миллиметра толщиной. Ну, приблизительно желательно придерживаться таких размеров. Далее, после этого нам нужно будет удалить влагу. Для этого мы промакиваем рыбное филе кухонным бумажным полотенцем, то есть кладем филе на бумажное полотенце и промакиваем сверху. Затем нам нужно посолить и поперчить рыбное филе. Соль у меня ушла щепотка, но вы солите по вкусу. И также черный молотый перец тоже по вкусу. Я посыпала много, соли не сыпала много, потому что окунать будем в соевый соус это блюдо. И теперь мы маринуем это 5 минут в соли и черном перце. Теперь нам нужно будет подготовить с вами муку, где-то 2-3 столовые ложки. Я обычно использую пшеничную муку, можно любую, даже без глютена. Я использую рисовую муку в данный момент. И мы обваливаем рыбное филе в муке. Обваливаем его так, чтобы мука села именно тонким слоем, то есть мы стряхиваем излишки муки. С рисовой мукой это достаточно легко, но вот, может быть, и пшеничная мука будет садиться более толстым слоем. Если очень будет толстый слой муки, то получится невкусно. Далее нам нужно будет подготовить яйца. В общей сложности 3 штуки яиц уходят, но нам нужно одно яйцо. Мы разбиваем и используем целиком, то есть его желток и белок. А от остальных двух яиц я буду использовать только желтки, то есть отделяем желтки от белков и желток добавляем в наши пропорции. Здесь вверху была линка, как использовать оставшиеся белки. Посолить нам нужно с вами и поперчить черным перцем яйца. Вот делаем это по вкусу, не перебарщиваем. И нам нужно это все хорошо перемешать до такой однородности. После этого удобнее и лучше всего перелить вот эту яичную смесь в какую-нибудь глубокую емкость. И нам нужно будет поместить рыбное филе, обваленное уже прежде в муке, в яйцо. При этом нужно будет покрыть каждый из кусочков рыбного филе вот этой яичной смесью. И оставляем рыбное филе в этой яичной смеси на 5 минут. После этого мы нагреваем сковороду на средне-слабом огне. Температуру в данном случае очень важна для этого блюда. Наливаем немного растительного масла и распределяем его равномерно по сковороде бумажным кухонным полотенцем, при этом убирая его излишки. То есть масла много быть не должно. Теперь мы помещаем рыбное филе в яйце на нагретую с маслом сковороду и далее готовим все время на слабом огне. Это очень важно. Как вы видите, когда я вынимаю кусочки рыбного филе, то я с ним аккуратно снимаю излишки яйца, так чтобы оно не капало, когда я помещаю рыбное филе на сковороду. Теперь займемся декорацией. Нам нужны будут листья ромашки корона, которые используют вообще в Корее для декорирования этого и многих других блюд. Но если это сложно найти, то вот я в данном случае использую петрушку. Также вы можете задекорировать красным или зеленым перцем чили, для этого его нужно тонко нарезать. Вообще вы выкладываете вот эту самую декорацию, украшение, в зависимости от вашей фантазии, цветочек или только петрушку можно положить, или только перец чили, например. После этого мы аккуратно поливаем немного яичной смеси поверх украшения, чтобы его закрепить. Если нам нужно, по необходимости мы подливаем растительное масло, но, как я говорила, в данном случае лучше использовать минимум растительного масла. Когда на нижней части яйцо примет форму и рыбное филе у нас пропечется, то мы переворачиваем блины на другую сторону. и немножко их прижали лопаточкой, и продолжаем дальше готовить на слабом огне, пока на второй стороне яйцо не схватит форму. Вот так у нас должны выглядеть приготовленные блины. Как видите, у них очень красивый желтый цвет, и за счет того, что мы использовали 2 яичных желтка. Излишки масла можно убрать бумажным кухонным полотенцем, положив на него блинчики и промокнув этим же полотенцем сверху. Получается, блинчики эти сочные за счет того, что мы вымачивали их 5 минут в яичной смеси, и даже через 2-3 дня, их можно хранить 2-3 дня в холодильнике, они все равно останутся сочными и не будут сухие, как это часто бывает с рыбой. К столу мы подаем соевым соусом для диппинга, чтобы окунать в него блинчики есть, поэтому мы не добавляли очень много соли. Ну и, конечно, это подается к столу среди других закусок, главному блюду – белому отварному рису. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита!